Что же, уважаемые наркоманы Павлики, любители квадратиков, не вышедшие из человеки. Всем привет, с вами Дан и Майнкрафт, господи, помилуй. Знаете, мне было скучно, да? Короче, по-моему, это того на что-то табло похоже. Ой, то... на какой я сейчас нажимал? На чью ж оно того похоже, а? Господи. Я таки не знаю. Я не знаю. А, ну и в общем, мы продолжаем играть в этом праздник наркоманов и так далее, и так далее. Так. Ну, готовьтесь, будет чуть подвисать. То, что прогрузка мира, все такое. Так. Сейчас там кое-что гляну. Так, я дропа видеокарты обновлял? Не обновлялся, нормально. А чё у меня? Так, ступеньки сюда так и не поставили. А, для тебя... вспомнил. Чё я тут делал? А вам не скажу. Почему у меня тут... так сделано. Как в этом... в меланхолии... Харуки Судзуми. Ничего не знаю. Никого не слушаю, мне пофиг. Да, до какой-то силы только, правда. Это Лео Миди, по-моему, озвучка. Потом уже какая-то другая. Ну, по крайней мере, хотя бы озвучили нормально. А то, как обычно, знаете, ну типа озвучено, ну типа, да, ну типа, да? А... Именно, чтоб качественно было, ну хотя более-менее, это... Какой раз думал делать ступеньки, какой раз я уйду куда-то вообще не туда. Наш местами интерес стало. Я никогда не думал, что Майн у меня будет вот так подвисать периодически. Ну, никто мне скинуться не хочет ни на что, так что мучить. Ну, точнее, не скинуться, а задонатить.
никто не хочет, никто не может. Так что наслаждайтесь тем, что имеете. А то найду работу девушку. Ну-ка. Сначала работу, потом девушку, и все. И пока чё. У меня будут уже другие эти основания. Почему я не снимаю вообще? А вы еще недовольны, блин, такие. Мэй, снимай! Мэй, снимай! Это моя любимая игра! Это не игра, которая меня запугала, это за компе моим дерьмом! Ай, господи. Как я могу пороться за 2 секунды? О, хорошо могу пороться. Жонь тоже сильно. Ну, а, кстати, сборку-то я выложил на Яндекс.Диск. А вот писать не скидываю. То, что вы ведете себя плохо. Так что... Нет, не скидываю. Вы себя плохо ведете. Вы меня не слушаете. Так что... Будете наказаны. Папки, мамки вас не наказывают, так буду наказывать. Ой, а то бы, то бляха-муха, какие комментарии пишут. Тогда под моим видео, под чужим видео. Знаете, охота взять такой ремень, да? Солдатский. Как пройтись булкам? Конечно, слава богу, это педофилия, которая мне попахивает. Пройтись по булкам так разочка 20. Ох, сразу всю дудьбу выявил. Ох, хорошо было бы. А то пишут, все елись. Потом еще удивляемся. А почему они такие? А потому что ни хрена не учат их. Пришли в школу. Двойку получил. Виноват учитель. Почему? Потому что хреново обучил. А шо у них зарплата маленькая? И не надо говорить, что зарабатывают больше, чем кто-либо. Ну, это в зависимости от страны, по-моему. Зарплата зависит от учителя. Вот почему многие отказываются вот тут идти учиться на педагога, да? Вот у них, так скажем, природное вот это вот талант, да? А потому что профессия как учителя, так еще некоторых на подобии. Очень такая неперспективная. Хотя бы по той причине, то что
Поначалу учитель зарабатывает 8000 начинающий. Ну хотя, где я поднимал квалификацию свою. Ну, на обучение ездил, да? Там у одного преподавателя пенсия больше, чем... Там. Зарплата шахтера в Индонезии, я чувствую. Еще я не знаю, какая зарплата у шахтеров в Индонезии. Я вас знаю, не надо сейчас, блин, это в комментариях сводку из Википедии или еще откуда кидать. Я один раз сказал про компьютер, мне, блин, это... Реально статью из Википедии прислали. Ой, господи. Причем ту самую, которую я читал, блин, ради интереса недавно. Мне реально прислали такие, я такой сижу, ржу, блин. Такой, здравствуйте, дети, блин. Ума нету, давайте Википедии воспользуемся. Ничего полезного вы мне не дадите от этого в итоге. Я помню, десятку только установил, сразу меня сразу начали расспрашивать, как винда стоит ее ставить вообще. А сейчас, кто поставил, уже гораздо больше, да, чем до этого было. И сейчас уже вообще никто не спрашивает. Ну, не спрашивает, мне это лучше... А, сейчас я, кстати, опять же, из-за того, что я сейчас как бы обучаюсь еще, ну не как бы обучаюсь, а обучаюсь. Еще одну профессию получаю. Делаю я сейчас конкурс работ. Ну как я ее делаю, я ее сделал. Мне до глубины души вообще наплевать на меня. Но, возможно, поеду представлять всю конкурсную работу в Щелково. Если вообще поеду. Что-то на улице темно, я сегодня... Тьфу, темно. Холодно, я с утра ходил. Многие до сих пор у них отходняк. Так что вообще нормально. Причем конкурсная работа истории одной картины. Ну, про Третьяковскую галерею, по сути, приурочена к 160-летию. Что за картину я выбрал, рассказывать не буду, потому что, ну, кому интересно, да никому. Про нее балакал тоже не буду рассказывать, потому что, опять же, это никому не интересно. Ну сейчас как? Люди хотят поржать идиотизмом кого-либо. Знаете, вот было бы вот когда-то интересные, более такие интеллектуальные, да? Занятия. Более интеллектуальные занятия. Ну, по большей части это...
что-то развивающее, да, я всегда пытался на канале сделать более развивающее, то есть периодически о чем-нибудь рассказывал, да? Самое не очень. Потом я здесь что понял, что это нифига не, да, не надо было и не надо будет, и забил на это большой толстый и местами мягкий от ржавчины гвоздь. Кстати, от ржавчины гвозди мягкие становятся, как и любой металл. Ломкий, но не мягкий. Я все время забываю, какой металл он в руках плавится. Ну, в принципе, мне это не интересно. Так что, еще лучше. Здравствуйте, самые не очень существа в мире. Да, я про вас, неандертальцы, пиксельные. Ой, так. Так. Я, кстати, могу здесь сказать, да? Раньше, да? Я спортивник получал побольше, я бы какой-нибудь конкурс запилил, да? Или же накопить на какую-то деталь, да? Для компа. А сейчас я чисто единственное, что сделать, это заплатить за интернет, за телефон. Все. Закончились. У меня деньги закончились, я ничего не могу. Все, че. Я сейчас, можно сказать, чуть богаче студента. Все время. То есть у меня... По сути, вот студент получает 800 рублей. Ну, строго говоря, 850, вот я, например, получил. Пока учился в мене, потом, блин, когда мне надоело ездить... Хуево, блин. Не пофиг, что я матерюсь. Так... Наслаждайтесь. Так, а я... Вайнмайнер настроил, не настроил. Угу, не настроил. А может... Нет, не настроил. То есть как он... У меня слетели, так я и не перенастраивал. Думал, перенастроил, но то и нет. Ну и ладно. Ну и ладно. И да, для тех умников, которые пишут насчет индустриальной сборки, да? Точнее, почему? Ну, насчет индустриальных модов. Я уже сказал, нету и не будет, идите нафиг. Она и так до хрена жрет. Из-за некоторых модов. Так что в избежание лагов на вашем головом, а также как и на моем, я не ставлю индустриальные миры. Вы мне всякую хрень не писали. А то... Да тебя выгоняет сборка! Нет, мне-то чё? Я вообще для себя её собираю. А что до других, меня не волнует, что у кого-то лагает. Вы учтите, я захочу индустриальную сборку, я воткну следующие моды. Industrial Craft, Build Craft, Forestry,
Возможно, Energistics. Я не знаю, буду ли я втыкать мод на суперруды, буду втыкать мод вот этих куриц. Я на этих куриц вверх засунул мод только по очень. Ну, чисто поржать. Вот на этих куриц этот мод читерный. Да.